начнет регулировать. А эти часики скики? Вот эти косы. 50. Это сумка запущена, видите? Я понял, спасибо. Сейчас подумаю. Отбивать. А Саня придет, добьете его сегодня. А ну, Жека, да. Ты не бабки считай, или ты мне хочешь немецкие? Вот что, ну, че креманки, че мама. МФ, это уже прямо интересно, само по себе. Ну да, да, МФ, да. Чё, как бы, а вот это яички можно кому-то защемить. Ты знаешь кому? Ну, придется его повернуть, привезти. Ты догадываешься кому? Красавица, вот эти мне так корабли нравятся, вообще шикарные. Делают красиво, ну никому нахуй. Показывай свое барахло, что да там ничего, ты напустил? Ничего, пустак отражалось, вот 57 картриджей. Нифига себе. А ну, Жека. Вот этот старик. Опа, братишки. Да, гоночки. Сестрички, братишки. Вот что-то, супер. Суперстар. 94-й год. Фуфла, как понакупает, как оно ничего не продает. Зачем ты его берешь? Это верхушка. Ну, питание нужно, блядь, сюда. Сейчас куплю. Hey kids! Печо! О, дружок! Ну ничего. Да. Как бы для таких, да, они с бабами собираются. Дай бог. Так, ребятки, вот такое Саня купил тамагочи. Все дешевое берет. Ручки какие-то дешевые еще. Едет, трясется автомобиль. Все такая хорошо. Вот ручка. Так, мои хорошие, ну что, пришли с барахолочки. Ну, в смысле, я пришел с барахолочки. Давайте начнем. С альбомчика вот такие марки. Всем спасибо. Жене спасибо за скидки. Всем, кто принимал участие в данной процедуре. Так, вот такие. Ну, тут небольшой такой альбомчик. Но приятный. Так. Об окончании высшего учебного заведения ромб. Вот такой. Классное состояние. Очень крутой, это уже продан. Уже забрали его. Так. Есть. Попалась вот такая. Никогда не видел ранее. Для голиня. Это мне подсказывает что-то. Наверное, 59-й год или 55-й может быть. А может нет. Сейчас посмотрим, ребята. Так. А, оно тут вот так. Вот смотрите. Интересная такая. Интересная. Ну, это чисто коробочка. Я вам сейчас покажу бритву, какую я выцепил. Редкую. Наверное, мы... Ребята, мы, наверное, не увидим. Блин, жалко. Так хотелось год узнать. В инете посмотрю. Вот такая коробка. Шикарная. Так. А, блин, что я гоню. Вот же еще, ребята. Я коробку показал. Даже не открывал я, что здесь у нас. Ну, я-то понимаю, что тут. Лезвие, спутник, Киев. Видите, такая фирменная упаковка для лезвий. Да ядрить твою налево. Ладно, потом. Порадовала бритва Солинген. Какая у меня дряблая кожа. Надо сейчас срочно помазать чем-то. Класс.
немножко, видите, тут обалденная. Тоже в мусорке нашел. Это за 5 гривен купил. Это за 20. Вот, шикарный, кстати, шагомер. Рабочий. Надо чуть почистить. Вот он сейчас. Вот смотрите, вот так идет, а вот так уже не идет. Надо чуть покрутить. О, надо чуть почистить его. Хорошее состояние, идеальное. А, вот, друзья, что попалось, очень крутое. Крутой объектив. Гелиос 81М, но выхватил я его тоже за копейки. Но это, кстати, из мусорки тоже, вот не поверите. Многие смеются, не верят, это все с мусорок. Выхватил я его за 50 гривен. Цена минимум 350 рублей такого объектива. Но здесь нету шторок вот этих, которые лепестков. Вот. Но все равно состояние нормальное. Выставил 350 гривен. Классно. Сейчас еще вам кое-что покажу. Значит, альбом New уже продан. Не буду его в эфире показывать. Это мне подарили вот такие еще карточки. Ребята, вот в бритвах очень часто вот эти лезвия торчат. Будьте аккуратны, порежете руку. Тут и всякие болезни могут быть. Так, и сейчас я вам покажу мне еще один предмет классный. Леонид Брежнев фотография. Я не знаю, какое звание. Скорее всего, маршал Советского Союза, судя по звездам. Но могу ошибаться, но, по-моему, маршал. Вот, смотрите. Орден какой. 3 ордена золотых звезды. Обалдеть. Когда умер Брежнев, люди плакали, как и Иосиф Сталин. Леонид Брежнев. Очень знаковая фигура. Ребята, у нас есть обучение по антиквариату. Средства для чистки монет. Нумизматическая линейка. Пиар ваших неокрепших девственных каналов. А с вами мальчик из Советского Союза. Golden Boy. Миллионер. Перекупщик, пошла массовка!